Анюта, спасибо, Софья. Спасибо. Несколько слов. Ты у нас вообще уже со стажем. Да. Уходящий, приходящий. Да. Ага. Нет. Мне нравится все, я пользуюсь этим очень давно. Ага. Тут тоже на период трудов уходила на некоторое время. А так пользуюсь всем, и для ребенка тоже беру и средства для купания, и мыло. Угу. Нравится. Вот сейчас взяла, не знаю, новая серия или не новая, но для мужа против роста волос щетина. Это проблема многих мужчин. Ты расскажешь. И для век. Вот мы вчера делали первую пробу. Там надо, ну, в течение 5 дней, да, сказали, начнется уменьшение, потому что это проблема большая, по-моему. Ну, сейчас попробуем. А так, пользуюсь всем. Особенно ароматы нравятся. Старые вот именно. Брендовые, да? Как они? Несо, синенькое, розовенькое. Мужской аромат Дима Билан. Вот Дима Билана нравится очень сильно. Анюта, у меня еще такой вопрос. Ты хороший продавец, много продаешь еще продукции. Значит, скажи, сколько ты себе позволяешь в месяц, ну, бесплатно? Ну, все, что я себе покупаю, себе, мужу, бабушке и ребенку, это все я бесплатно, получается, беру. Я еще пользуюсь вот серией витаминов, мне нравится. Мужу беру, себе беру, бабушке беру. Понятно. То есть у вас, получается, в принципе, вся семья и моется продукцией. Да, и моется, и ест, и мажется. Хорошо, замечательно.